Приветствую! В этом видео сразу две фигуристки планируют покинуть Россию и выступать за другие страны. Не забудьте поставить палец вверх и подписаться на канал. Поехали! Стало известно, что две наши спортсменки будут выступать за другие страны. Только вот ни тренеры, ни Федерация фигурного катания почему-то не в курсе. Бронзовый призер Кубка России 2020 Мария Талалайкина намерена дальше представлять Италию. Причем, по информации из открытых источников, спортсменка не уведомила своих наставников – Евгения Рукавицына и Романа Усатова. При этом о ее переходе знает ближайшая подруга по команде Елизавета Нагуманова. Во время общения со своими подписчиками Лиза подтвердила эту новость и сказала, что будет очень сильно скучать по Маше. В ответ на это девушка обещала ей приезжать на родину. Другая подопечная Евгения Рукавицына также покидает группу. Речь идет об Анастасии Губановой. Она переходит в сборную Грузии. При этом федерация этой страны уже подтвердила переход спортсменки. Но президент ФФКР Александр Горшков заявил, что не слышал такой новости. Он очень занят, соответственно, у него нет времени обсуждать этот вопрос. При этом генеральный директор Александр Коган сделал заявление о том, что Федерация фигурного катания на коньках России не давала разрешения этим спортсменкам выступать за другие страны. Однако позже Коган изменил свою позицию в отношении Анастасии Губановой. Он рассказал, что она еще в прошлом году перешла выступать за сборную Грузии, и они дали согласие на этот переход. Вот и всплывает вся неорганизованность и даже бардак. Похоже, что если ты не спортсмен топ-уровня, за тобой особо никто не следит. Можно в течение года менять флаг, мало кто обратит внимание. Надеемся, что с ситуацией разберутся в ближайшее время.